посмотрим, кто тут подключится. Вышел прогуляться в парк сегодня. Вышел прогуляться. Так, кто-то уже есть. Привет, народ. Вот теперь я точно первый. Актерская кухня, привет. Слушайте, народ, вышли прогуляться сегодня в парчик. И прикидывайте, вспомнили, сегодня 11 число, 11 марта. Я вам немножко парк буду показывать, чтобы вы видели, как у нас люди чем занимаются по утряне. Еще сейчас только 9:55. И у нас сегодня со Светой 27 лет, как мы находимся в Аргентине. Прикидываете, мы приехали в 96-м году, как раз 11 марта. Была прикольная поездка, до сих пор вспоминаю. В том плане прикольная. Сейчас я переключусь немножко. Очки другие темные одену. В каком плане прикольная? Мы выезжали. Тогда сейчас расскажу немножко так уже к теме этой поездки, а потом ваши вопросики поотвечаю. Представляете, мы выезжали из Черкас, мы летели из города на Украине. Мы, в общем, поехали в Киев. И в то время было еще Аэрофлотом сюда летели. Была такая компания, не знаю, сейчас она даже существует или нет. Но летели Аэрофлотом. То есть из Киева летели в Москву, там пересаживались с одного аэропорта во второй аэропорт, ездили, я уже не помню название, какие там Внуково чи Домодедово, это я уже, честно говоря, не очень помню. И так, сейчас хотел вам показать одну штуку. Смотрите, под деревьями прячутся эти, кто спортом занимается, потому что жарко, у нас 37 жары. И вот как раз в тему жары. Прикидывайте, когда мы собирались лететь, мы выходили там в аэропорту, садились в самолет, и было очень холодно. 11 марта в Москве было очень холодно. Лежал снег в аэропорту. Мы были в зимней одежде, потому что у нас дома тоже было очень холодно. В Украине, в России. И взлетел, когда самолет. Прикидывайте, первая посадка была в Африке. Там нас с самолета не выпускали, но нас удивило то, что там была только дозаправка. Но нас удивило то, что в Африке мы видели в иллюминаторе, когда сидели, что люди были в шортах и в маечках. Для нас это было дико. Но в самолете был кондиционер, мы еще чувствовали себя комфортно, без курток, но комфортно. А вторая, где нас выпустили, посадка, была на острове, остров Саль назывался, Соль, не знаю, как он, это самый остров внизу Африки. И там нас выпустили походить, это был пипец. Во-первых, с острова никуда не денешься, во-вторых, там перезаправили самолет, и экипаж сменился, сел другой экипаж на самолет, чтобы лететь дальше, потому что самолет один и тот же. Но была жара невыносимая, и мы тогда ощутили, что такое, как бы, жара среди зимы. То есть мы летали, был снег, елки в снегу. И тут жарище на острове Соль внизу Африки. Потом нас выпустили в Бразилии посидеть, уже была жара, и мы вышли в Аргентине. Это был капец, это жара, это духота, это как сейчас, прикидывайте. Сегодня обещает 37 градусов. Конечно, такой жары, как в этом году, говорят, не было лет 60-х годов, не было. Но все равно, вот сегодня ночью у нас где-то около 27-28, мы спим с кондиционерами включенными. А днем вот уже и сегодня, и завтра, и ближайшие две недели пока что будет соблюдаться выше 30. Вчера и сегодня 37 обещает. А сенсацион термика это типа, как ты себя ощущаешь. То есть насколько жара чувствуется. Они есть по градусам 37. А то, насколько люди себя чувствуют, какая жара сейчас в Аргентине, то это передают типа 42-43 в Буэнос-Айресе. То есть как бы ощущение твое. Это называется сенсацион термика. Так что, ребятки, вот такие наши дела. Мы сегодня празднуем свои 27-летие. В этом самом. Так. Мои витания с речницей. О, спасибо. Буэнос диас, бон диа.
Так, идея появилась для вашего канала снять ролик, в котором сравнить цены 27 лет назад и сегодня. Но не просто сравнивая, а то, что вы купили бы при сегодняшней зарплате. Ну да, это идея хорошая. Так, глобальное потепление. Жарко, сень и ломик. Ну, смотрите, даже без сравнивания такого дикого. Мы сейчас доллар сравним, а потом чуть-чуть цены. Ну, чуть-чуть. Потому что, конечно, надо так, в общем, можно сравнить по-другому. К примеру, когда мы приехали, доллар был один к одному. То есть, один песо являлся одним долларом. И было одинаково. Банки брали за обмен доллара на песо, брали 2 копейки. До сих пор помню. То есть, ты хочешь купить этот самый доллар, покупаешь один к одному. Если хочешь продать доллар, у тебя брали по 98 копеек и платили за доллар. В песах. Были такие магазины, которые прямо магазины целые, со всяким барахлишком китайским. Они назывались Todo por dos pesos, эти магазины. Их было много. Todo por dos pesos — это все по 2 песо. Ты приходишь, и чтобы не взял в этом магазине, оно все стоит 2 песо. Вот даже была такая. Потом пропали бы, что сейчас купишь на 2 песо. Сегодня доллар официальный стоит, я думаю, где-то в районе 180 песо. 1 доллар. Это официальный, которого нет. Ну, а реальный, который люди могут купить, стоит, я думаю, где-то, даже не знаю, наверное, 370. Я что-то давно не покупал. Думаю, ну, приблизительно, наверное, 370 песо. Но все равно. Теперь сравниваем простые вещи. Картошку. Картошка белая в овощном магазине стоит в районе, думаю, сейчас мы Свету где-то встретим, она где-то ходит по парку. Думаю, около 500 песо за килограмм, да? 500 песо за килограмм получается, по-любому, как ни считай, больше доллара. Вот. А когда мы приехали, картошка, особенно в районе Онсе, там были магазины такие, стоила 4-5 килограмм на 1 песо. То есть вот теперь посмотрите подорожание. Даже не в долларах оно произошло. То есть 4-5 килограмм на песо. И, к примеру, 500 песо за 1 килограмм никакими долларами не докажешь. Так. Наш народ ходит рядышком. Вон девушки с ребятами пришли. Тоже русскоязычные. Так, семьи. Ну, тут много в этом парке. Так что, если встретим, ничего страшного. Так сказать, поспрашиваем, как им здесь живется. Это раз. Второе. Допустим, я даже не знаю, сколько сейчас можно заказать, чтобы тебе принесли, к примеру, там курицу с ресторана, где, знаете, по Париже, как мы называем, гриль, рестораны гриль. И с картошкой папа фрита, вот эта жареная картошка, с лимоном, с хлебом, да еще и на дом принесли. Раньше мы это делали, это стоило 10 песо. 10 песо, 8 песо, смотря какой ресторан, типа испанский ресторан, тебе присылал человека, и он на дом тебе привозил картошечку жареную, курицу на гриле целую такую запеченную, и с лимоном, с хлебом, и это все стоило в районе 8-10 песо. Были китайские рестораны, когда мы приехали, которые, как называлось, Тернедор Либре, свободная вилка, где вы приходите, платите определенную сумму и кушаете все, что хотите. Только напитки отдельно надо покупать. А так можно хоть ужрись, все равно больше всего не съешь. И мороженое там стояло, мясо, салаты и все возможные штучки. Так вот, в нашем районе такие были вот эти Тенедоры Либре, где мы жили, тогда мы жили на Онце, по 4,50. То есть даже мы, бедные приехавшие, которые только-только там находили какие-то работы, мы могли себе позволить пойти по 4,50 песо. Вот, и похавать в таком китайском ресторане. Прикидывайте. И продукту, которая оставалась, там выкидывали потом. Так что тоже именно не хранили, а выкидывали. Прикидывайте, как круто. Мы даже сами видели. Осталось, а сейчас уже не знаю сейчас, как это. Я таких ресторанов уже больше и не видел. Были большие, маленькие. Большущих было побольше цена, но все равно была доступная. Люди там, ну, скажем так, очень сильно пользовались такими ценами.
мясо типа ростбифа, мне кажется, что я помню, наверное, стоило 3 песо 50 копеек за килограмм. Сейчас, наверное, стоит где-то в районе 1500 за килограмм. Вот вам и подорожание. Вот приблизительно мы сравнили. Так. Ну да, просто сердце откажет. Останутся одни кости как раз. Так, добрый день, Леонид. Я так понимаю, вы деталями занимаетесь для ПК. Что сейчас ввозом для этих деталей, например, из США или Китая? Там конские налоги на те же посылки. Как там детали поставлять? Смотрите, в основном поставляют запчасти фирмы крупные, которые уже имеют на это право. Просто так, где-то засунувши какую-то запчасть в багаж, привезти, тоже такие могут. Но в основной массе нет. Покупать просто так запчасти где-то в Штатах, там, или в Китае, на Амазоне, еще где-то, это очень-очень сложно, это облагается большими налогами, и в принципе это запрещено. В каком плане запрещено? Разрешено покупать за границей. Все, что ты покупаешь, должно быть не более 3 штучек. Это считается как бы для своего пользования. Для личного это, что разрешено, и то облагается крутыми налогами. А если выяснится, что ты это для перепродажи, это вообще уже статья. То есть ты должен там оформляться уже как импортер товаров, то есть это совсем другие вообще вещи. Ты должен регистрироваться в налоговой инспекции как импортер. Ты должен регистрироваться на таможне тоже как импортер товаров. Ну, не каждый себе может потянуть все эти вещи, потому что это очень дорого, это очень муторошно, потому, как правило, или по-черненькому, по чуть-чуть, потихонечку, или уже второй выход, которым в основном и пользуется, это покупать у тех, кто уже имеет это право на импорт товаров. Вы поняли, да? Вот. Кстати, сегодня ветер небольшой, как звук идет, потому что я тут приделал для своего телефона всевозможные штучки, которые будут поглощать ветер, чтобы не было таких жестких ударов. Я тут понаклеивал везде поролончики, все, прошлые разы одевал, когда был на море, но я что-то затупил и одевал на один микрофон, а оказывается в моем телефоне стерео, то есть их два, с другой стороны тоже есть микрофончик. Теперь я их повыискивал, все эти микрофончики, все немножко замочалил мочалочками такими. Так, что еще сейчас? Теньок стану, прочитаю. А то без тенька даже читать как бы не это. Плохо, так сюда отойдем. Без тени на экран отсвечивает, даже не прочитаю. Так, здесь. Я пенсионер, хочу переехать в Аргентину, как здесь не хватает солнца и тепла. Посоветуйте спокойный город, не Буэнос-Айрес. Доход есть. О, это самое главное, честно говоря, с этого надо начинать. Доход есть, тогда действительно можно ехать в Аргентину. Спокойный город, не Буэнос-Айрес. Мар-дель-Плата, неспокойная в сезон, то есть куча туризма. Это типа Одессы, Сочи. А зато спокойно во все остальное, когда туризм закончится. Там будет очень спокойно. Некоторые районы даже будут вообще дома потушенные. Мы как-то ехали вне сезона, так удивились, что центр весь выключенный, в домах свет, потому что никто не живет. Вот он спокойный. Какую-нибудь Кордову, Мендосу куда-нибудь поехать. Только не в Миссионес. В Миссионесе там еще жарче. То есть спокойных городов хватает. Смотрите, в плане городки, городки. Если доход есть и все такое, городки на побережье океана. Даже не Мар-дель-Плата, а можно там Карелё. Вот такие вот городки посмотреть. Красивые, хорошие. На побережье океана, рядом с большим городом, типа Мар-дель-Платы. Но это совсем другой стиль жизни. Наподобие. Карелё. И там полно есть таких городков такого стиля. Так что это будет. Зарплата не поднялась с того времени. Да поднялась, конечно, но дело в том, что она никогда не догоняет как бы вот инфляцию. Понимаете? То есть инфляция поднимается, зарплата поднимается, но она поднимается там раз в полгода, раз в год. То есть когда забастовки проведут, еще что-нибудь.
А цены поднимаются каждую неделю. Так что зарплата по-любому не успевает. Вот по-любому, как бы там ни говорили, но она все равно будет отстала. Так, не загоревшие побежали, понятно кто. Привет, Леня, поздравляю. Я сам отметил 25-летие свое прибытие на землю обетованную. За это время очень много изменилось, но снова в лучшую сторону. Я думаю, что в Аргентине тоже. Да, конечно, в Аргентине тоже. Мы когда приехали сюда, еще автобусы были. Во-первых, все дымело, во-вторых, даже передние двери такой ручкой открывали. Знаете, были такие, типа пазика какого-то, с таким мотором, как у грузовика спереди. И водитель дергал за такую ручку, дверь открывалась, заходишь, дверь закрывалась, то есть никаких тебе там кондиционеров, никаких тебе там карточек для оплаты, всем какую-то мелочь, какие-то автоматы кидали. Ну и не только так, вообще сам город. Бесспорно, что все изменилось. Мы приехали, еще не существовал интернет. Теперь интернет, теперь много онлайна, теперь всякие приложения, город меняется, чистится. Ну вот смотрите, обычная суббота, утро, вон даже старички ходят себе, вон маечках, в шортиках, воду взяли, вокруг парка нарезают круги, кто-то вот катается вот на роликах, тут тренируется. Мы только что заезжали в детский парк, думали, что уже открылся, бо раньше было объявление, что 10 числа откроется. Там же делали городской пляж, а теперь школа началась, городской пляж убирают. Ну, поменяли число, в общем, откроется во вторник. До вторника еще грузовики убирают, вывозят всякие детские штучки, которые там были настроены для пляжа. А теперь вот. Народ катается, гуляет. Да не, изменилось, конечно, изменилось. И безопаснее гораздо стало все-таки. В то время тут было... Как у нас любят называть, еще такое высказывание есть, Тьера де Надье. Ну, как только что-то такое случается, говорят, да этот Тьера де Надье, типа земля ничейная. Ну, как бы хозяина не имеет земля, знаете, когда там убивают, грабят, там еще бесконечно. Это типа не имеет хозяина, земли нет. Теперь уже так не скажешь, там Тьера де Надье, або что-то такого стиля. То есть уже, конечно, полиция реагирует на все совсем по-другому. Ну, намного спокойнее люди себя чувствуют, такого уже как было когда-то, которое осталось только в воспоминаниях тех, кто уехал, такого давно не существует, все очень сильно изменилось, все ходят с этими сами, с циркулярами. А знаете, кстати, как отличить вновь приехавших русских? Ну вот кроме того, что они беленькие, не загоревшие, кроме того, пускай даже, что они там разговаривают на языках других, но они могут идти и закрыть рот и не разговаривать, все равно, знаете, как отличить. Еще одна есть отличительная, ну их много отличительных черт, но одна из отличительных черт русского в Буэнос-Айресе, это он обязательно будет идти с рюкзаком, да еще и спереди этот рюкзак будет нести, потому что они там деньги носят. Мы уже шутим все, говорят, скоро наши эти пронюхают и будут красные телефоны, а рюкзаки их нет, потому что они боятся в отеле деньги оставлять, в банках ячеек нет. И они всегда носят их при себе в рюкзаке спереди, перед собой. Они боятся, что у них все повыдергивает. Или с такими на поясах, сумками здоровыми, которые вперед именно торчат. Вот аргентинцы вообще с таким не ходят. Это вот если идет с рюкзаком спереди или с такой сумкой спереди, висящей на поясе, это потому что не знает, куда деньги деть, и он при себе их носит. Нет, я не ожидаю, я просто, ну как бы это... Ну, как бы выглядит это интересно, прикольно, потому мы говорим, скоро будут вычислять только по этим рюкзакам и тырить только эти рюкзаки наши местные. Уже не будут за телефонами ихними. О, привет, дядя Леня, привет, Руфус. Леонид, поздравляем, и Светлана, с этим вашим праздником. Вы счастливые люди, остались 100 лет нашими любимыми аргентинцами. Спасибо, спасибо, так и будет. Так. Я нашел Свету, вон она, фотографирует, около озера стоит, видите? Блогеры есть блогеры, наверное, уже какие-то шортики там снимают. Сейчас подойдем, узнаем, что она там делает. Я же говорю, уже какие-нибудь шортики пиляет.
просыпаемся и думаем, так, что надо на ТикТок поставить, что надо на это. Я там ТикТок себе решил еще поразвивать немножко. Ну, только надо отличный контент ставить, не такой, как в Ютубе, иначе зачем туда подписываться на ТикТок, если он будет такой же, как в Ютубе. Ну, на испанском быстренько зашел. То есть там 2 дня потыкал всяких видосиков, уже 1600 подписчиков есть, оттуда даже стрим часовой с рыбалки зафулил. Так, кто-то на камеру снимает что-то, тоже парк. Но камера такая профессиональная. Вот. На русском там, конечно, не заходит. Ну, это же социальные сети запрещенные, как говорят, русским туда приближаться, типа Фейсбуки, ТикТоки, там, Ватсапы. Вот. А испанцы, очень даже аргентинцы, пользуются этим всем. Аж свист идет для развития бизнеса и всего такого. Так, и мы. Так, он уже, люди тренируются закидывать в озеро эти свои удочки. Вот такое здесь ловить запрещено, но а закидывать, тренироваться можно, они шнуры закидывают. Это типа как бы для ловли. Сейчас пойдем посмотрим. Я кажу, тиктокера, наверное, мы тут нашли. Я говорю, что значит эти блогеры? Уже, наверное, говорю, тиктоки кипилит, блин, стоит. Пойду до хлопцев посмотрю, что пили. Так, посмотрим. Что да как у ребят. Вот это тренируется закидывать. Видите, так на озерах можно, только без этого самого. Вау! No importa. Оля. И se pica algo. Ya sé, solo pregunta. A mí me gusta pesca, por eso pregunto. Cuando miro a alguien con caña, ya me gusta acercarse. Porque... Pero sí hay pescado acá. Sí, sí hay. Yo hasta una vez estaba probando una técnica de pescar con una caña china larga. ¿La tencara? No, tencara no, es... Era como de 5 metros, 6 metros, sí, sí. Larguísimo. Es, ¿cómo se llama? Salió de la cabeza. Bueno, tenía 6 metros 30, ¿no? Con una boya larga de sí, sí, 50 sí. centímetros, finita, que es con plumito de 3 ramos. Sí. Y bueno, no sabía dónde practicar, justo no estaba, necesitaba agua tranquila y solo agarré un anzuelo pequeño como para mojar sin borde. Sin rebaba, sí. Sí, sí, para que no lastimar y fui a frente... En Palermo, sí. En un parque al frente de donde miro esto. El planetario. El planetario, es finita, finita, tiene terminación como un pelito, ¿no? Y agarré una carpa de 6 kilos, ¿viste? Con esta caña, media hora para sí, acercarse. Sí, hay carpas muy grandes. Sí, parece, muy hay. Grande, sí. Acá lo vi, que pescan también con esto. Sí. Ponía un poquito de pan y pescaba sábalos acá. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, gracias, chao, no, chicos. Видите, люди тут это самое практикуют свои забросы. Без крючка, без ничего, просто забросы. Сюда можно приходить и так вот практиковаться. Поболтал. Ну, все-таки рыбак, рыбака, знаете, как говорят, видит издалека. Ну что, я дальше пойду? Пойдем со мной? Тут на все поздравляют. Да, тут все поздравлялки. Я уже показывал свой этот. Сейчас. Все нам поздравлялки пришлют. Вот я кофе попью. Давай, да. Подержу твою. Почитай, там написано все. Ой, Леон, я без очков туда плохо вижу. Леонид, многие или аргентинцы покидают страну, или, несмотря на все сложности, предпочитают остаться в стране. Вы знаете, я сейчас смотрю ТикТок в последнее время, мне попадаются все чаще и чаще видео людей, людей, которые уезжают. Аргентинцы, очень многие уезжают. В любой стране вы можете встретить аргентинцев. Австралия, Норвегия и... Ну, в общем, все страны, куда все хотят эмигрировать. Но люди потом снимают видео и говорят, что они вот уже... Один снимал видео, человек уехал с Аргентины в Таиланд, из Таиланда в Австралию. Он уже 2 недели не может найти никакую работу. Везде сейчас плохо с жильем, с квартирами. Лёня, оно как-то так крутится. Ну. Я буду нести. С жильем, с квартирами везде очень напряженно. Но кто хочет, я вам скажу так, я вот так думаю, знаете, если вы в своей стране, если у вас страна без войны, без каких-либо, ну, вещей, которые там вас в чем-то ограничивают, да,
Если вы в своей стране не можете заработать, вы и в любой другой стране не заработаете. Почему? Потому что, значит, вы просто ленивый. Здесь мы работаем, до сих пор еще работаем, по 12 часов в день. Понятно, мы не носим мешки, да, но ты все время в работе, ты все время думаешь о работе, ты что-то делаешь или ты что-то изучаешь. Так, чтобы, знаете, просто поваляться и просто ничего не делать, даже если человек валяется в телефоне. Ну, типа, как, знаешь, телефоне, пришел с работы и поваляюсь. Даже если просто человек валяется в телефоне, то он смотрит к видео всякие разные. Вот вы меня спросили, а я вам отвечаю. Да, аргентинцы мигрируют, но очень многие возвращаются назад, так как аргентинцы люди... Да, постой, я не могу идти. Давай, я же. Где я там? Так хочешь вообще посидеть? Не надо, хочу постоять. Так как аргентинцы люди очень семейные, им без семьи очень плохо. То есть они семейные люди. Им вот встретить Рождество, Новый год, Пасху, День мамы, День папы, День бабушки, День дедушки, я не знаю, воскресенье, неважно. Без родственников это, да. Потом, это вообще не праздник. Ну, семьи, например, как вы знаете, во всех странах женятся, разводятся. Так вот, папа всегда с ребенком проводит выходные. Ну, как всегда. Ну, в основной, да, своей, да, массе. Папа с детьми, вот вы можете очень часто увидеть, как папы забирают детей со школы, как папы с ними гуляют. Хотя они, может, и не живут уже все вместе, да? Но люди мигрируют, конечно, потому что здесь ты выучился, к примеру, я знаю, очень многие медики мигрируют. Они учились 8 лет не для того, чтобы получать $500 зарплаты. А если ты хочешь получать много, то ты должен просто не спать, а работать. Брать все дежурства, вести блоги. Ну, это нереально. Поэтому, да, есть очень многие люди, которые мигрируют. Пойдем, но там лучше, да, идти, чем по камням. Но все равно, мне кажется, смотрите, если вы упахиваетесь на своей работе, да, ну, тогда, может быть, ищите страну, где вам будут платить больше. А если вы так, ножка за ножку, думаете, что где-то в другой стране вы будете хорошо зарабатывать, то этого не будет. Вот так вот. Короче, надо везде работать. А даже если скажешь, ой, ну там же можно, я не знаю, квартиру купить, там, ну это все кредиты. Вы все равно живете все в кредитах. Вы купили этот дом, машину, да, с одной стороны, это хорошо. До 60, до 50 выплатите кредит, и оно будет уже ваше. Но это такая психологическая тоже нагрузка, не знаю. Хотя, в принципе, и снимать психологическая нагрузка. Ну да. Но это такое дело, спорный вопрос. Но я говорила Лене всегда, что если бы мы, когда уезжали с Украины еще в 96-м году, если бы Леня уделял столько времени работе и столько работал, как он сюда приехал, то я бы и там неплохо жил. Ты бы и там не то, что неплохо жил, ты бы там очень хорошо жил, даже в то время. Yeah. А если, конечно, там, не знаю, сидеть в кабинете и сначала пить кофе, потом играть в игры, потом, может, позвоню, может, не позвоню, потом пообедал, потом... Ну, в общем, сами понимаете. Yeah. А тут ты пришел на работу, и, извините, полчаса перерыв, и пашем с 8 до 22. Если хотите, чтобы вам хватало заплатить за квартиру, покушать и все такое. Так что, но с другой стороны, здесь способствует климат, здесь доброжелательные люди, ну, по основной своей массе, да? Ну да. Я не знаю, как там уж на работах всякие бывают случаи, знаете, ну, бывает, что... Ну, работа есть работа, да. Бывает интересы. Работодатель хочет... Одного, вы хотите другого, да. Это уже другие отношения. Но... Мы имеем в виду обычные людские отношения. Обычные людские отношения, да. Никто тебе не заглядывает в карман, в кошелек, в рот, что ты съел, а какой у тебя дом, а где учатся твои дети, да, в какой школе. Что ты не замужем, что у тебя детей нет. А что тебе то, а что тебе все, это никому не интересно. Благодаря соцсетям можно найти единомышленников по каким-то там, ну, этим. Леня идет на рыбалку, вот Леню там в городе редко узнают. Как только Леня появляется где-то там, где можно порыбачить, ну его почти все знают. Буэнос-Айрес, Аргентина, правильно? Потому что, да, люди смотрят, то есть как-то вот единомышленники находятся, им есть о чем поговорить, им есть о чем. Ну, я сейчас подошел к незнакомым рыбакам, мы уже пообсуждали, уже похихикали. Ну, то, да, есть надо быть немного общительным. Ну, это ты тоже такой еще человек, не все такие, я вот не такой. Мне сложно, но мне сложно вообще было, я помню, меня послали, не помню, за сметаной. Я прихожу в магазин, мне было, наверное, лет 10.
у вас нет сметаны? Продавец говорит, нет. Я развернулась, ушла домой. Говорю, маме, нет сметаны. Она как говорит, нет, если есть. Ну, они всегда в бидонах продавали на сметану. Она говорит, а как ты спросила? Я говорю, я спросила, нет у вас сметаны? Ты говоришь, спроси, а у вас есть сметана? Я опять иду в этот магазин. Я там стояла перед магазином минут 5, наверное. Я не могла туда зайти. Я думаю, я же уже сегодня тут была. Я опять пойду человеку мешать, понимаешь? Ну, такое у меня есть. Ну, в общем, захожу я в магазин и спрашиваю, у вас есть сметана? Она улыбается, говорит, есть. То есть 10 минут назад ее не было, а теперь она есть. Ну, в общем, короче. Я вам... Давай. Вон как люди от дождя, смотри, как это дай. В смысле... От... Кофе дай. А, кофе. Я спасибо. Думал, ты это выхватываешь. Я показываю девушку, как она вот остужается. Пошла под фонтанчик, постояла, вот бегала. Видишь, теперь дальше побежали. Постояла под фонтанчиком. Там мы кофе с собой носим еще. Света заготовила. Кофе с молоком? Да. Я не захотела воду. Уже почти все выпью. Так, сейчас надо прочитать, что там пишут. Можешь прочитать? Я нет, я очки буду переодевать. Так, вот у меня это сейчас. Здравствуйте. Вы так легко переходите с русского на испанский. Скажите, у вас есть акцент? Акцент есть и на русском, и на испанском, и на украинском. Вот если мы переходим на русский, я думаю, вы слышите наш акцент. Да. И наш неправильный русский. Русский язык – это вообще не наш язык. То есть я никогда на нем ни дома не разговаривала, нигде. Так, только по интернету, по ютубу. Ну, и с какими-то друзьями здесь. Поэтому я тоже сама заметила, я листаю ТикТок, у меня раз на испанском, раз на русском, раз на украинском, раз на английском. О, на английском я уже я тут не понимаю. Как можно отличить русских, которые гуляют, ну, а говорю, по рюкзакам. Ну да. Вон идет, пара рюкзаки несет, значит точно. Подожди, в целом популярна рыбалка в Аргентине? Ну да, в принципе, в целом популярна, но здесь больше популярна спортивная рыбалка, больше популярна... Ну, как вам сказать, поймал, отпустил. Потому что они рыбу не едят. Да, они рыбу, ну, как правило, не очень любят. Не, ну, рыбу ну, кушать. Люди из сел, из поселков, люди, где немножечко не могут себе все позволить купить мясо за 2000, они рыбу едят, то, что словили. Да, но у них и рыбалка кто другая. А у тех, которые села, поселки, те сеть бросили, блин, вытянули себе, да еще и на продажу, да и все. Они там с удочками вообще не стоят. А если где чистая вода, то и все люди поберут рыбу. Да. Просто что вода здесь не очень. То есть здесь те, кто стоят с удочками, большинство рыбу выпускают. Сейчас те, кто нас, стоят с удочками. У нас, кстати, я прочитала недавно новость, что Рио Солядо и Рио, как оно еще? Ну, Парана. Парана, да, самое самая загрязненная река вообще чуть ли не в мире. Там Агрохимика. Вот этими веществами, которыми удобряют поля. Вся рыба зараженная, вот когда ты ездил недавно на рыбалку, говорит, вот карп, ты ловишь его, он не хочет даже барахтаться, он такой, как мешок, ты его таскаешь. Да, да, они больные. Поэтому прямо здесь опасно даже есть рыбу съесть. Бородеро, вот эти все. Дело в том, что в этих провинциях очень в этих провинциях очень сильно травят поля. Из самолетов ночью, хоть это запрещено, они все равно. Удобряют. Ну да, типа удобряют, типа травят. И, соответственно, после дождей все это все равно стекает во всякие ручейки, эти ручейки стекают в реки, и это все с большой концентрацией попадает в конечном итоге в реки. И рыба хорошо-хорошо притравленная. Это из-за вот этих. Не во всех, но есть несколько провинций, наподобие Энтре-Риос, это вообще очень сильно славится этим делом. Они аграрная провинция, они травят. И Буэнос-Айресская провинция тоже, но она на втором месте после Энтре-Риоса, скажем так. И вот это все равно дождями сливается, стекается и получается большая концентрация. Если со всего поля вся эта гадость смылась в реку, то ясный перец, рыба будет полудохлая. Которая еще не сдохла, та уже тянешь ее, она даже не брекается. Да, очень многие спрашивают, а чего вы рыбу не берете? Ну, потому что здесь так, здесь она вся, предпочитаю съесть капусту. Так, что там еще пишут? Не знаю. Привет, дружище, чуть меньше здесь. Могу сказать одно, что покупательская способность доллара упала на 15 песо долларов. Можно было купить тележку, сейчас на 5500, не очень. Света вносит свет. Спасибо. Чуть меньше здесь.
Так, мы общались с испанцами, у них тоже экономика не супер, но несмотря на это, многие предпочитают жить в Испании, так как они привыкли к определенному ритму жизни, в другой стране им сложно привыкать. Конечно, к другой стране сложно привыкать. Мы до сих пор еще привыкаем. Мы там отвыкли, а здесь еще, может, даже полностью и не привыкли кое-каким вещам. Полностью, может, и нет. Но с другой стороны, я прикинул, что если бы я сейчас вернулся, я, наверное, там бы так же само начинал все привыкать, и мне бы все было... Уже все не так бы. Очень. Я все-таки больше уже привык здесь. За 27 лет, вот прикиньте, Света сейчас уже в Аргентине живет больше, чем она вообще прожила со дня рождения на Украине, к примеру. И то, когда она была ребенком, что она там, ну как бы это же не та сознательная уже жизнь. А здесь практически вот ее уже вся сознательная жизнь. Куда-нибудь. Николас, да, пошли на любую лавочку. Ник, он вообще родился, он аргентинец, скажем так. Максим, когда приехал, сейчас вон уже какой здоровый, ему было там 12 лет. То есть вся сознательная жизнь в основном нашей семьи прошла здесь уже, в Аргентине. Соответственно, конечно, нам уже больше как-то вот... Слушай, а там, по-моему, есть где посидеть за этими кустиками, там спрятанные лавочки. Пойдем посмотрим. Сейчас мы попробуем найти какую-то лавочку, где можно посидеть. Я Лене говорила, я не буду участвовать в трансляции. Ну, одна бабка говорила. Ну ладно, я только сфотографируюсь. Потом... Ну обойди вон туда дальше, обойди. Что-то тут поливали, и мы зашли в болото. Вот. Вот на пеньках можно посидеть. Если захочет, Света, на пеньках. Вот, смотрите, кинул и говорит, ищи, там типа этот самый. И вон там... Вот такие есть. Давай, вот на такую широкую, знаешь. Вон там в тенечке. Тут солнце, а там вот тенек. Сейчас мы умостимся. Посидим немножко вот. Нет, давай там, где повыше. Надо. Давай. Я не хочу здесь сидеть. Давай, где повыше. Вот сюда. Хорошо. Иди сюда, я сюда. Добре. Вот. Ай, красота. Что там еще читай? Ну, мне надо очки сменить. Тогда мы сможем почитать. Давай, я почитаю. Даю. На, почитай. Подержи стакан. Можешь пальцем покрутить, может, там пролетело. А что-то. Можно тогда переключить на... Можно, вот тут вот. Пальцем. Переключи, чтобы мое лицо вот туда не сунулось. Можешь мое туда сунуть, если хочешь. Фух. Так, много ли любителей шахмат, много ли кружков секций, проводятся ли соревнования? Ну, я особо не слышал про это. Смотрите, так как мы просто не интересовались шахматами, но я знаю, что и секции есть, и шахматы, и соревнования есть, и все это есть. Просто не так популярно, как теннис, футбол, хоккей на траве, да, хоккей простые на траве. Обычные спортзалы. Вот этот американский футбол, там, да. Баскетбол. Даже велосипедные гонки. Какую рыбу тогда здесь покупать? Мы покупаем океаническую рыбу, которая с океана. Ну, с океана, да. Ну да, океанская. То есть не покупаем карпа, не покупаем, ну, в общем, рыбы, которые речные, мы не покупаем. Это багры, раз, сомик. Второе еще. Во-первых, что океан, ну, не загаженный, все-таки же океан целый. А во-вторых, океанская рыба намного вкуснее, намного, ну, менее костлявая, потому что полюбая рыба речная, она костлявая. И если река грязная, она тянет болотом. Там, конечно, вычистить можно все это, но... Слушайте, живем один раз, зачем ездить? Говно, если можно... А если чистые озера недалеко от Буэнос-Айреса, где можно что-то поймать съедобное? Инстинкт русской рыбалки пока не вышел. Или только океан? Есть, но там, в этих местах очень часто вообще не разрешается рыбу брать себе. Есть виды рыбы, да, которые там на юге Аргентины, к примеру. Или разрешается одну рыбу взять, или две, или вообще ни одной. Ребята, чистые но места есть. Чистые места рыбачить есть. Они не рядом с Буэнос-Айресом, прямо рядом с Буэнос-Айресом, нет. У нас вообще надо считать, что рядом с Буэнос-Айресом это до 200 километров. Это называется рядом с Буэнос-Айресом. Потому что Аргентина большая, между поселками очень большие пустые расстояния. И, конечно, вы в этом расстоянии в 200 километров, вы найдете места, где вы можете брать рыбу и все такое. Другой вопрос, что в этом году все очень высохло. Это, да, тоже такое. Вот мы ездили... Чакомуса всякие, это ты, наверное, уже рассказывал. Рассказывал про засуху? Да. Ну, мы, наверное, смотрите, помнишь, что мы ездили в Чуэле? Чуэле, это сколько километров? 1200 где-то? Да.
Вот там, там в принципе, реки. Никто тебя не ловит, не трусит. Да, карпов берите вообще, сколько они можно. Они вообще, провинция Рио-Негро это называется, они вообще вот на севере, они не на севере, на юге у нас все наоборот. Они там ненавидят этого карпа. Если вы будете его назад выпускать, они вас будут матюкать и кричать, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Они его скорее выбросят воронам, чтобы его склевали, чем выпустят обратно. У них есть такая психология, что карпа завезли типа китайцы по договоренности с каким-то там предыдущим правителем. И он распространился, и он жрет типа корма и яйца, икру их местных рыб. И потому для них карп это, ну, в общем, то самое, захватник водоемов, они его хотят уничтожать, они его ловят и выбрасывают. Там прозрачные реки, полностью прозрачные, то есть на 2 метра вниз вы смотрите в речку, и вы видите каждый камешек, который там лежит, колокольчик от удочки свалился, вы видите на 2-метровой глубине, где он лежит, этот колокольчик. Карпы там, блин, метр средние, длины, так сказать, здоровые, отрощенные, прозрачные. Ну, по крайней мере, были. Да, берите сколько хотите этого карпа, они вам будут благодарны. Да, а вот радужная форель, это уже нельзя. Да. Красная рыба, это тоже, там есть время, когда можно, когда нельзя. У вас должно быть разрешение. Плюс, например, говорят, 1-2 штуки там, да, все. Да, одна на рыболова в день, типа, там, да. Сальмон. Ну, к примеру. Так же, как и здесь, на севере тоже есть там, допустим, суруби, бога, не знаю почему, там одна бога в день, почему там, или один дорадо в день. Если рыба так загрязнена, то получается, что овощи местные тоже полны пестицидов? Конечно. А как вы думаете? Поэтому есть органические овощи, фрукты, их в Инстаграме я очень много людей продают. Я органическое предпочитаю. Да, загрязнены пестицидами, потому что поливают с утра до вечера. Так, не ругайтесь, пожалуйста, вы за Украину или за Россию? Ну, я за Украину, а что? Конечно, я не за Россию. Россия напала на Украину, бомбы убивают людей, и я должен быть за Россию? С какого прибамбаса? Я как Леня. Так что я тут даже меня, не конечно, ругаюсь. Есть многие вещи, которые в Украине и в том, что сейчас творится там именно на Украине, куча вещей, конечно, не устраивает. Ну, но это, в общем, конечно это же... Это мы вам скажем, да. Так, не устраивает вещи какие-то. Но это их дела, внутренние. Да, но это украинские дела. Они потом, когда закончится война, порешают, как им жить. У нас вот, допустим, тоже половина народу за кишнеризм, половина за оппозиционеров. Но это не значит, что мы здесь должны поубиваться. То есть будут выборы, решим, так и там. Половине народу может что-то и не нравиться, но это их внутреннее дело. Никто сюда не призывает, чтобы кто-то пришел тут освобождать и убивать кого-то. Да. Так что, ребята, тут однозначно никаких даже не может быть подоплеков. Да, это террористы, российская именно власть, это террористы, обычные террористы со своим Z, как говорят, этим самым свастикой. Если не верите, возьмите в этом самом, в гугле наберите «терроризм» и посмотрите, что пишет Википедия. И потом сравните с тем, что делает российская армия. Да и увидите, почему так. Так, скажите, какую страну вы бы хотели посетить? Ну, я уже много раз говорил, что я бы хотел посетить многие страны, которые находятся в Южной Америке. Вот я бы хотел посетить, к примеру, Перу. Мне что-то вот очень... Не все Перу, а определенные места, типа Мачу-Пичу, там вот такие вот места. Я бы хотел посетить Бразилию, все-таки там говорят, что красивые курорты, красивый океан. Ну и просто меня привлекает такого вот стиля. Ну вот такие вот я бы хотел бы посетить, ближайшие такие страны. А я бы в Китай какой-нибудь, самый крупный, да, город. Да, тебе нравится что-то такого вот? Не, не нравится. Не, я говорю, посетить. Просто там очень все не так. Ну да. Там все по-другому совсем. Поэтому мне интересно. Так, что еще? Так, ну про СВО мы уже не будем, мы все сказали. Не, ну да, мы Света, Леонид. Мы ответили и ответили один раз. Света, Леонид, вы всегда такой уют создаете своими стримами, обожаю. Спасибо, Марина. Так, сколько стоит в Аргентине лосось, семга за килограмм, если рыбина будет 5-7 килограмм? Просто покупал недавно за $132. Ну, килограмм вашу аргентинцу. $132 за килограмм? Нет, у нас... Дорого. Нет, у нас стоит 7 тысяч... 8, ну, 7-8 тысяч за килограмм. 6 тысяч, если... Если... Да, но это было 2 недели назад. Ну, мы... Сейчас 7 тысяч. Если брать целую рыбу, не порезанную, не филированную, с головой, с костями... Подожди, подожди. 7 тысяч. Но человек не в китайском районе. Человек покупал за килограмм $132 нашу аргентинскую семгу. И он спрашивает, аргентинская семга в Аргентине сколько стоит? Ну, уже не $132 за килограмм. 7 тысяч песо. 7 тысяч песо умножаем на 370.
Чем умножаем, а не делим? То есть делим, извините. Ну, да. 7 тысяч делим на 370, ну никак не $132. Насчет карпа не знаю, вот карась это зло, так как икру жрет других рыб. Тут карасей нет. Да, здесь нет карася, здесь нет окуня, здесь нет щуки, просто вот нету таких рыб. Считается ли слово негр оскорблением? Смотрите, у нас в Аргентине негра, негро говорят как это не как комплимент, а как зайчик, котик, рыбка. Да. Я же смотрю, как, в каком как контексте. Гордо и гордо. Да, я хочу уже рассказать, смотря в каком контексте. Как гордо и гордито, то есть толстый и толстенький. Например, че негра, но vamos a comprar algo. Это так муж может сказать своей жене, негра ее назвать. Хотя она может быть бланка, но это не и важно. Как правило, если да. Она будет бланка, он скажет негра. Да. И наоборот. Потом... Если, блин, он будет ну, типа толстый, он скажет флако. И наоборот. Но... На меня говорят, эй, негр, вамос. Да, понимаете, то есть вот это... Я негр. Ну, это... Не то, что я, да, да, негр, то есть... Но если взять людей, которые темненькие, да, и то... И вы ему будете говорить, че, негр, там, типа, знаешь, ну, а потом я... негр такой... Я не думаю, что он оскорбится, потому что аргентинская культура такая. Не, я говорю, знаешь, если обзывать, типа, негра, негром и еще что-то добавлять... А, ну если добавлять, конечно, то да. Конечно, это будет совсем другой контекст. Ну, вообще если сказать... Если он говорит своей жене... Негра, vamos a comer algo, типа, пошли. Негра, рубия, так называют своих жен. Флака. Гордо. Гордо, флака. Очень часто, con mi flaca fuimos a comprar al río, с моей худенькой, то есть это жена. Ну, да, хотя да. Она может мы быть... пошли что-то там покушать. Да. То есть это не оскорбительное слово, но лучше знать, когда его употреблять. К своей семье, пожалуйста, к другим людям, ну, если к друзьям тоже, а совсем к чужим людям не надо. Пардон, 13 баксов за килограмм. Да, значит 13 баксов. Смотрю... Ну, не 130. Ну да. А, не, человек пишет 132, он написал. Не, пардон, 13, да, 13 за килограмм. У тебя есть телефон посчитать? Ну, ты с него транслируешь. С моего телефона. Сейчас я дам тебе мой телефон. Если люди не посчитали, подели 7000 на, 100, да. На 370. А то это тяжело это, делить. Так, когда смотрю видео Леонида, складывается ощущение, что он искренне любит Буэнос-Айрес, его плюсами и минусами, радуется изменениям, которые происходят в городе. Ну, так и есть. Леня же у нас популяризатор жизни в Аргентине. Да, сейчас, правда, этих популяризаторов завелось. Больше и, кстати, мне нравятся три. Популяризатора? Два даже, кстати. Да прорекламируй, значит. Но я не помню, как их каналы называются. Я их подписалась, они мне высвечиваются, их смотрю. А я не знаю, где у тебя калькулятор. А, Чико Рико мне нравится. Я смотрю Чико Рико, и я смотрю какой-то так канал называется, Анастасия Ди, но сэке. Ну там это такая маленькая девушка и такой длинный пацан. Андрей, по-моему. Они прикольные такие ходят. И Света их смотрит. Я, правда, не смотрю, скажу да, честно. Да, я смотрю. Но мне достаточно того, что мне Света пересказывает. И то, Света только открывает рот, ты опять про своих блогеров. Я говорю, ну ты ж не смотришь. Я тебе что-то интересное хотела рассказать. Мне дается 2 минуты, если я не успела больше, то все, понимаете? Это только кажется, что Леня такой добрый и хороший. А дает эти самые какие-то лимиты? Он да? Не дает, да, лимиты у меня есть. $18, 19. 18, о, видите? У вас 13, у нас 18. Выходит. А у китайцев какая цена? $18. Ну вот, люди пишут, у вас почти 19, да. Ну, вот, 19. А если вам еще рыбу почистят, помоют, порежут голову, это... А хотя они с головой же весят, да? То есть... Ну да, они весят, да, всем, они... а потом целые. Хоть порежут, хоть почистят. Ну да, у нас дороже получается. Ну, в Аргентине живут же очень богатые люди. Они могут платить очень большие деньги. Мы, кстати, всегда покупали... Мы покупали уже несколько лет... красную рыбу на Рождество, Новый год. В этом году меня жаба удушила и сказала, я не отдам 25 тысяч за одну рыбу. А вот я кусочек туна, взяли. А вот атуна купили, вот чисто. Тунец. Вот, мне не понравился. Ну, мне не... Ник сказал более-менее. Николяса все, где нет костей, все хорошо. Да, где да, только да, есть кости. Бы кости не шукать, тогда у него более-менее. Я посмотрел, ну, блин, какой-то кусок какой-то жвачки. Леня, наверное, людям будет шуметь. Так. Ну что, как там экономика? Экономика это идет куда и шла? Семимильными шагами в сторону, как все здесь говорят, Венесуэлы. Но мне кажется, уже Венесуэла так не идет, как мы. Экономика, ну как,
Как всегда. Как обычно. Ничего не сменилось. Идет куда шла. Цены очень сильно растут. Вот вчера... Смотри, лавочка деревянная свободная. Я пронесу. На. Только туда. Ты... Мы от этого трактора отойдем, который здесь как бы это шумит. Он там лавочку я свободную нашел. Я пойду за ним просто. Пока нам никто не занял. Там очень хорошие тенечки прямо деревянные. Ну иди там, иди. А то здесь чистят озеро, видите? Здесь очень много птиц и очень много рыбы в этом, кстати, в этом озере. Полно. Здесь вот карпы, саболю, тарарира хищная. Здесь просто их немерено, этих рыб. Их можно даже видеть, когда они бывают носа высовывают. Так что вот так и есть. Так, будем сидеть вместе с девушкой сейчас. Девушка тоже, видно, идет отдохнуть на лавочку. Так что посидим все вместе здесь. Фух. Садись, будем все вместе сидеть. Ничего страшного. Так, все равно, зато трактор этот уберется. На твой телефон. Я девочки пошукаю, что тут еще пишут. Раз у нас уже 27 лет. Мы тут. Уже 27 лет. А, не говори уже. Прикинь, дальше 3 года и уже будет 30-ка. Ну да, я хочу, чтобы почитать можно было, надо очки поменять. Фу, а это взял, заткнулся трактор, хорошо как. Ну это хорошо, что он заткнулся, так. Что там из... Так, вы сказали 700 за рыбину, в ней явно больше килограмма. И мы не говорили 700 за рыбину. Не, мы говорили... 7000 за килограмм. 7000 за килограмм. Красной рыбы. А сколько там килограмм рыбы? 5-6? В основном это около 5 килограмм рыбины продают. Ну, 7-8, есть огромные всякие. 5 это самый маленький. Ну, наверное. Самый маленький, когда спрашиваешь, у вас есть 5? Какие-то, они могут самый найти 4,5-5 килограмм, самые маленькие. Так, в Астрахани точно так. В Астрахани в рыбном крае рыба в рознице стоит дороже, чем там, куда... ее откуда везут. Ну так оно и есть. Светлана, что вам могут... Так, Светлана, что вам могут рассказать блогеры про Аргентину? Что это может вас удивлять или быть интересным? Ну просто наблюдать за тем, как люди, ну какие-то вещи, к которым мы привыкли, как они на это смотрят. Смотрите, со стороны. Я смотрю не на Аргентину, не то, как мне показывают горы, поля, реки, леса и что-то такое, да? Вот даже если вы живете, к примеру, в своем городе, есть очень много мест, которые вы не посещали, есть вещи, о которых вы не знали. И, честно говоря, мы все друг другу в этом помогаем. То есть тот, один человек одно показал, другой человек другое показал, третий человек третье показал. Плюс я смотрю просто на интересных людей, потому я рассказываю, что в последнее время появилось около 30-40 блогеров, но интересных 2-3, все. Поэтому... Я и смотрю, мне не важно, где люди. Вы знаете, я смотрю людей, которые живут в Японии, в Канаде, в Америке, в Бразилии, в Чили и во многих других городах. Не потому, что я хочу там узнать о Чили, или просто мне нравятся люди, я их и смотрю. А еще бывает интересно посмотреть, как какие-то события освещают. И ты прекрасно знаешь, что это не так, но они еще... Ну, недавно здесь живут, они еще этого не знают, и они вот просто как видят, так и рассказывают. Это прикольно. Другой раз, знаете, как чат аргентинский читать. Там есть такой чат, там очень много участников. И вот, как говорят, бери попкорн, садись и читай. И будешь ржать до посинения там в этом чате. Как про вопросы, и тем более про ответы тех, которые только приехали, и они уже стали профессорами и что-то рассказывают. Просто поржать. Так тоже интересно. Не всегда поржать. По-разному, поплакать иногда. Да. Но там, кстати, не очень сейчас уже... Ну, мы поначалу читали, а потом уже стало неинтересно, потому что как пластинка, которая заклинила на обратные билеты, а жилье, квартира, понятно, людей это интересует, мне это неинтересно, поэтому там редко сейчас уже. Да, тем более каждый, кто заходит, он то же самое начинает там спрашивать, отвечать. В общем, пролистываем его, да и все. Как правило, уже ни хрена там не читаем. То есть этот уже стёб прошел, он неинтересен. Куда движутся цены с недвижимостью в долларах за 27 лет? В долларах почти никуда. Немножко упали. Ну, процент, смотря где и как, и что. Процентов на 10-20 цены упали в долларах на недвижимость. И сейчас ее очень сложно продать, потому что люди не хотят сдавать
в аренду. У нас законы с арендой не очень сейчас хорошие для арендодателей. И многие арендодатели просто решили, плюс еще, ну, как бы невыгодно даже. Легче людям продать. Если или так, на 2-3 месяца, то это хорошо, но этим надо заниматься постоянно. Не все люди этим могут и хотят заниматься. Человек хочет сдать на 3 года квартиру и себе, так сказать, ну, жить себе и 3 года ни о чем не думать. На продажу квартир стало очень много. Рекордное количество квартир, недвижимости на продажу именно в Буэнос-Айресе. Я не знаю, как в других регионах. В Буэнос-Айресе рекордное количество на продажу и рекордно малое количество на аренду. Плюс еще сейчас, не забывайте, начался учебный год. Сюда едут учиться в университеты очень многие люди из других провинций. Тоже как бы этот рынок. Сложновато сейчас с этим делом, да? Да. Ну, цены на... Цены, скажем так, не выросли. Даже в некоторых упали, потому что доход стал меньше. У человека в долларах именно стал меньше доход. Потому что раньше все-таки наши пенсионеры в долларах получали больше. Было время 700 и 800 долларов. Ну больше. Вот, видите, вот вам и простой вопрос. Потом 500, потом 400. Сейчас, по-моему, сколько у них минимально? 60 тысяч? Ну да, это сколько? 150 долларов. 150 долларов, а было по 700. Не, ну где-то 180. Ну так что вот отсюда и доход, значит, снизился. То есть вот такие незащищенные этой самой у людей, которые пенсионеры. Так. Все? Да. Пошли дальше. Мы будем выключать, наверное, уже. Да, хватит. Народ, не мы уже немножко простримились, мы будем выключаться, погуляем еще, поедем. Мне надо еще включить пару интересных видео, которые уже загружены, но надо сделать картинки, описать и все такое, так что все равно вопросиков уже нет. Так, что тут пишут? У нас на недвижку цены в пару лет скаканули в 2-3 раза. Вот. Значит, есть спрос. Первичка еще продолжается по льготной ипотеке, а вторичка стоит, не продается. Народ с ума посходил. Спасибо. Скажите, у вас есть аренда с правом выкупа? Нету. Ну, я слышал о таком, что некоторые так договаривались с хозяевами, но, как правило, так, чтобы массово сказать, что она такая есть, то особо не встречали. Вот. Хорошего дня. Спасибо. Так, в Буэнос-Айресе от 150 баксов квартиры, Леонид рассказывал. Бывают и такие, бывают, но найти их очень сложно, честно говоря. Это по знакомству только. Да, это и по знакомству. Ну, а, да, есть, по есть объявлениям такие квартиры. Не найдете. Но это не значит, что вы найдете их с объявления или через риэлторов. Вот. Но для тех, кто давно живет, они такие квартиры найти могут. Пока. Но это будет квартира малюсенькая. Совсем не то, где вы привыкли жить, не в тех условиях. Светлана, вы уже живете в Аргентине 27 лет, но вы имеете светлый тон кожи. Каким кремом вы пользуетесь? Есть ли у вас косметика из России, я имею в виду в магазинах? Я кремами пользуюсь всякими разными. Обычно пользовалась органическими одно время, Natura Siberica покупала. Сейчас Natura Siberica ушла, пропала, почти ничего нету. И пользуюсь сейчас кремом, по-моему, у меня... Баговид, ну, фармацевтическими кремами, которые в аптеках продаются, не люкс, а фармацевтическими. А кожа белая, я всегда мажусь защитой. Я всегда говорила, если я иду, мы были на море, хотя я все равно загорела, я загорела. Мы были на море, и я вот так вот, сверху донизу, крем защита 50. Вот. И вот сейчас мы гуляем в парке, дома у меня крем тоже есть для лица, защита 20. Зимой я, конечно, кремом защиты не пользуюсь, но лето, весна, осень обязательно. Здесь даже все доктора рекомендуют, иначе очень большой риск схлопотать рак кожи. Он и так есть, а так еще он больше. И если вы пару раз сгорите, я помню, мы в детстве сгорали, никто на это не обращал внимания. Ну, сгорели, ну, сметанкой помазали, но вообще это не очень хорошо. То я кремом пользуюсь обязательно, даже лицо. Ну, вот. Так. Привет из Хмельницкого, и не подскажете ли порядок цен на одну-двухкомнатную квартиру? Снять или купить? Наверное, купить, но я думаю. Но есть такие сайты, Архен Проб, Зона Проб, Меркадо Либре.
Сейчас уже в Гугле можно все перевести, ставите, что вам нужен русский язык или на каком языке вы там понимаете. И все, и вам весь сайт высвечивается с ценами совсем. Если снять квартиру, то если вы сюда едете, у вас здесь нет возможности гарантию приобрести и все такое, рассчитывайте от 180 тысяч песо, не меньше, за однокомнатную квартиру. Угу. Хорошую, да? Да. Плюс экспенса, плюс все остальное. 1250-200 тысяч вы будете платить. Можно, если вам повезет. Смотря еще какой район, тут же так не так все однозначно. Есть здания, которым 50-60 лет, где там и грибок есть, и оно, и балкона нет. Или там оно, например, на первом этаже, где шумно. Есть здания, где там у тебя и бассейн на крыше, и спортивный зал. И у нас, как говорят, edificio de categoría, то есть такое, категория, то там, конечно, будет дороже. Там одна экспенса будет дороже. Вот еще идут русские люди, разговаривают. Да. Вот. Так что таким образом получается. Ничего особо кардинального не случилось. Россия пошла. Так, и получается снять 150 тысяч и выше. Если в нормальном районе, да? Да. А купить однокомнатная квартира, ну, меньше, чем за... Я думаю, от 80 тысяч и повыше. Да. И плюс еще не забывайте процентов долларов, 6-10 это, да, от этой квартиры за... Переоформление всевозможные там. Да. Ну, купить 100 тысяч и выше долларов. Да. Снять, получается, ну, снять 600, от 600, начиная от 600 долларов и выше. До 2000. До 1500. Погнали? Все, да, уже? Все. Ну, я же думала, ты уже будешь выключать, а ты разрешишь. А, ну тогда давайте. Ну все, пока, народ, до следующих встреч. Все, пока.